вот на коптерах нельзя летать, оказывается. Добби Дейл, река Дол, рядом холмы. Река Ганг просто, это река Дов. Столько много людей, хотя это среда, но 31 градус, а на солнце еще больше. И очень много людей из Пакистана. Такое ощущение, что это мини-Ганга. Не хватает только, чтобы трупы еще сгли по берегам. Но все-таки можно найти место, где можно посидеть в теньке и в прохладе от речки. Потому что речка это считается форелевой. Как бы с этих холмов она берет истоки. Частная рыбалка, только членам. Но решил я все-таки отойти в сторону и полетать на дроне. Чудесные зрители барашки, горные барашки. Они немножко не привыкли видеть дрон с дронами людей. Напомню, что это было 10 августа 2022 года. Бескрайние холмы. Это, кстати, национальный парк.